На школьной кухне кипит работа. Здесь готовят новые салаты, каши с добавлением фруктов и ягод, различные горячие блюда. Теперь в одинцовских образовательных учреждениях будет не только вкусное, но и разнообразное полезное меню. Сегодня с нашими завпроизводствами наших школ, гимназий и лицеев встретились для того, чтобы отработать и проработать то обновленное меню, которое мы разработали при участии нашего главы округа Одинцовского района Андрея Робертовича. Меню будет немного разнообразнее, красивее, вкуснее, полезней, чтобы дети всегда были сытые, довольные и здоровыми. В мастер-классе по приготовлению пищи Алевтина принимает активное участие и знакомится с новыми технологиями. Обновленное меню пойдет только на пользу школьникам, уверена заведующая производством. Есть что с чем сравнить. То есть, если у нас в прошлом были просто каши, запеканки, омлеты, но сейчас уже идут они у нас с добавлением ягод, соусов. Благодаря проекту «Доброе кафе» качество питания в образовательных учреждениях округа планируют довести до ресторанного уровня. Главным показателем станет вкус и сбалансированность питания. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».